одну сторону, а в противоположную тащит. Это называется «Доброе утро, сынок». Ага. Сколько уже рыб поймали? 5 рыбок. Отлично. На сковородку хватает, да? 2 хороших таких окунька, ну, моих ладошки. И больше ладошки где-то вот такие вот эти. Подлещики, липустера. Еще один мальчик. Да? Ну, не прям маленький такой. Давай, Динами! Бабушка, знаете, который экстрим? Это же адреналин, когда мы даже такая здоровая рыба. Нет, так она тащит, мы ее вытянуть не можем, мы боимся то, что удочка сломается. Она так сгинается. Сильно, да? Григорий пришел с уловом. Да, один. А вот такой же был еще один большой? Или нет? Вот такой. А. Ну, побольше чуть-чуть. Угу. Зай, ну надо ж почистить. Так, че, как? Как? Ну или подожди, пап. Мне кажется, пап. То, что лучше папу подождать, потому что я могу этот желчный пузырь заделать. Угу. И там все почищу. Ну тогда положи его тогда в раковину, помой все. Да, и в мисочку сложи. Может, ведро нужно положить. И водой залить? Ну да, залить водой. Ну хорошо, но только тогда нужно закрыть под ноги. Для морозилку убрать. Зачем? Помыть пакеты в холодильник. Нет, тогда помой, набери воды в ведро, пусть постоит здесь под Нессом, только Марсика выгонят, он сейчас все съест. Я поймал, я один. Угу. Я вот этого большого, он двух вот этих вот поменьше. Ну класс. Слышите, у меня вид вообще, да? Потому что я все-таки голову не помыла, решила поспать в обед. И сейчас еду, мы забрали машину наконец-то. Я такая счастливая, заехала, сейчас купила молока, потому что кофе без молока настолько невкусный мне, поэтому купила молока, буду сейчас пить кофе, а мы там немножечко еще довяжем. Все, сцепление сделали, потому что я, конечно, переживала, боялась. И еще нужно будет нам сделать развал схождения. Вот, завтра или послезавтра отогнать, нам доделают, короче. Вот, у нас сегодня такой насыщенный вечер, потому что в 6 часов собрание у Антоши на танцах, в 6 часов футбол у Антоши, в 6 часов у Гриши карате. Будем как-то разрываться. Так, что я сейчас буду делать? Сейчас пойду, во-первых, поставлю курицу в духовку, потому что то, что я наготовила, почти съели, вот почти. Поэтому у меня есть немного времени, чтобы поставить курицу в духовку, которую я купила, когда уже ехала на своей машине. И что еще? И пойду в душ, блин, вот это мне вообще не нравится, но реально хотелось поспать в обед, а не заниматься собой, поэтому в духовку и я мыться. А вот и курица, уже замаринованная. Это как называется? Бедра. Да, в общем, бедра отправляются в духовку, а я в душ. Нет, в душ пока не залезла, вернее, залезла, намочилась. Хорошо, что голову не намочила. Сейчас приеду за пряниками, вот отдам и пойду. Блин, в таком виде, я не люблю в таком виде вообще отдавать, поэтому стараюсь как бы до вечера приводить себя в порядок, но сегодня что-то пошло не так. Но это вся неделя такая будет рабочая, потому что 1 сентября, и своим детям хочется что-то интересное сделать. Придумала сделать им наборчики, знаете, увидела такие букетики по цветам, причем мои дети любят сладкое, там и колу эту всю, я думаю, что вот черный с красным, например, бутылочка колы, и там Марс красиво выложить, и там, если синяя, там баночка колы, например, и там Milky Way, ну, в общем, что-то в этом роде, ну, не знаю, успею ли, но буду стараться сделать своим детям приятное к 1 сентября. Все, я похожа на человека, сейчас остался посушиться, и... Может быть, даже придется забирать Афоню. Думали, что сегодня будет логопед, но логопед отменяется. Фоньке повезло. У Антошки футбол, а у Гришки карате. В общем, все. А еще у Антошки собрание сегодня на танцах. Все, я пошла приводить себя в порядок. Ба-ба-ба-бам! Ну, так себе, знаете,
Но лучше, чем было. Все, дети тоже собираются. Сейчас поедем, не знаю, сейчас еще узнаем, что с Афонькой делать. И поедем. Бурчиков и Ярик. Да? У вас одинаковые? Да, у него тоже. Это манежные. А, это манежные? Ну, ну и что? Когда они нужны. Мне не для манежки. Угу. И там были такие крутые бутсы, но они небольшие. Сейчас, мне кажется, они небольшие, потому что тогда мне 7 лет. Угу. Ну, да, еще только 7. Только 8, да? Только 8. А сейчас мне и потолстело. Может, вообще они будут маленькие. Они такие красивые. Угу. И с какими я хотел шипами, но они большие. Ну да. Так, ну давай воду тоже бери. Там я где-то. Я взяла на машине. А, да? Ну все, тогда садитесь. Сейчас я еще у папы узнаю, что там с Афонькой. Это Гриша, папа. Да, красавчик. Аккуратно. А Даша не любит белые. Да, покажи, кстати, какие кроссовки у тебя. Какая ширина огромная. Угу, это какие Найки, да? Даша не любит белый цвет кроссовок. Не любит, а какой она любит? Ну, черный, потому что в белое, если выморжешь, она будет его мыть и мыть. А в черном, когда... Да, белые кроссовки, это всегда очень запарно. А черное, если грязь... А мне можно новые надеть? Нет. Печально. Ну, что ты их сейчас убьешь? Стоп, у меня они вообще... А, они же у меня есть. Угу. Я вот так вот сейчас между ног... Получится? Чувствуешь? Не идет туда? Нет. Ты зажми эту иглу. Давай я тебе покажу. Просто ее закрой, как бы, что же. Или она вот эта не закрывается. Да, вот эту закрывай. Слышно? Получается или нет? Вот, получилось. Подожди, чуть-чуть я его подкачал, блин. Это ж, вот этот же сломан. Ну, там просто иглы нету, да, или что? Или сам пистолет этот сломан? Не, он додует все нормально. Смотри, вставляем. Угу, закрывай. Это просто не тот пистолет. Закрываем. Ну, все равно, сынуль, а вот так. А оно-то подкачивается. Ну да, просто держи. Но все равно закрывай эту штуку. А как его теперь достать? Есть плоскогубцы? Да, вот лежали, Антош. А, нажимай. Я надавлю, а ты нажимай. Стоп! Быстрее. Получается? Блин, теперь вытащить не можешь. Еще чуть-чуть, да? Да нет. Я, наоборот, сдул. Все. А, собрание. Собрание закончилось. Все послушали. Как-то немножко непонятно. Но пойдем. Главное, что мы сделали медсправку. И пойдем 2 сентября. И уже тогда будет все понятно. Вот, пока ничего не покупали. Нужно, кстати, нам к танцам еще купить велосипедки новые, потому что те уже уж очень короткие. Чешки есть. И по поводу обуви джазовок тоже купим. Ну вот, поедем на кооперативный рынок и купим. А, пошли. Антоху забрали, сейчас иду за Гришей. Да, мне ее ненавидеть. Кого, школу? Да, я туда не пойду. Я в второй В не пойду. А в какой ты пойдешь? Я пойду уже на работу. Ага, хорошо. Сразу, да? Сейчас быстренько покажу покупки. Так, что мы купили? Вот такое два штуки юбилейное. Не знаю, взяла попробовать вот такой вот хлеб. Он прям супер натуральный. Сливочного масла, хлеб, прям там два, супер, вот мука, сливочных потому масла. Что мы завтра хотим приготовить вафли венские. Это творожок,
Творог тоже две пачки. Сразу их надо в холодильник. Майонез. Майонез. Вот такой кетчуп. А мне тоже это нужно? Что такое? По пальцу? Так, хлеб вот такой редний. Беру сразу резанный, чтобы всем было проще. И мне, и детям. Риша, знаешь, я тебе пить за что хотел? За хлеб? Нет. Вот сядьте на его место, посмотрите. Во-первых, почему вымазано вот это? Сегодня было, у меня был день того, что я напекла пряников. Завтра буду все это расписывать. Вот, и на завтра уже вот эти вот прянички готовы. Я их завтра отвезу. Это все на палочках. Так что все, на сегодня мой рабочий день окончен. Я иду спать. Завтра продолжаем. Так, все, я иду отдыхать. Сейчас еще поставлю видео выставляться. И взяла себе за небольшое правило. Я надеюсь, что не собьется этот ритм на этой неделе. В первой половине дня стараться выгружать, ну, выставлять в плане того, что в монтаж, да, монтировать видео. Вот, пока могу. Смотрите, у нас диванчик облез, так что когда-то, когда мы его только купили, мы спрашивали, как вообще диван. Фигня, диван. Сейчас ищем сродню ткань. Ну, не ищем, нужно теперь выбрать по цвету для того, чтобы пошить чехол на диван. Вот. Посмотрела сначала, хотела заказать в интернете на AliExpress, но там они... То есть здесь вот видите, задняя вот эта вот, да, она у дивана три подушки получается. А будет... пошита так на Алиэкспрессе, как бы, да, одевается на 3-1. И, честно, смотрится как-то, как будто вы точно там хотите спрятать какую-то какашку. Вот, поэтому будет именно шитый чехол, когда на каждую подушку будет одеваться чехол. То есть здесь будет 3 чехла. И внизу, на нижней части 2, получается, углом. Простите, пожалуйста, но очень хочу спать. И вот сегодня с роднёй уже смотрели. Вот, нужно примерно замерили, что надо примерно 7 метров, чтобы еще и накидки на кресло, на вот эти, на качалки пошить, чтобы все было в одном стиле. 7 метров примерно 300 рублей, 280, где-то 220, ну вот в районе вот этого вот. Всего, в общем, посмотрим ткань. Главное, чтобы была, может быть, компаньоны. Я уже тут посмотрела на низ, такая потемнее. А сверху немножечко посветлее. Вот. Но главное заказывать в одном месте, да, чтобы за доставку один раз платить, а не два. Вот, потому что иногда ткани выходит не на так много рублей, а доставка там выходит такая нормальная. Так что вот. Все, сейчас иду отдыхать. Все, что хотела сказать. Спасибо вам огромное. Вот, даже если вы пишете то, что мне не нравится, все равно спасибо, потому что это жизнь, не всегда происходит то, что нам нравится. Все, всем пока. А еще хотела сказать, обязательно ставьте лайки. Вот когда я это говорю, то лайков намного больше, я прям заметила, поэтому ставьте лайки обязательно. И дизлайки тоже, потому что я думаю, что это не секрет, что для YouTube вообще пофиг. Палец вверх или палец вниз, история одна и та же. Вот. Поэтому ставьте, что хотите, а я спать.